Беларусь и Австрия имеют серьезный потенциал для наращивания торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Сегодня в Минске проходит заседание межправительственной комиссии, по итогам которого будут подписаны документы о сотрудничестве в разных сферах. Австрия в пятерке самых крупных инвесторов Беларуси. В нашей стране реализуется ряд проектов с привлечением австрийского капитала – около 400 миллионов евро. Беларусь также инвестирует в экономику Австрии. Углублению деловых контактов поспособствует и совместный бизнес-форум, который проходит сегодня в белорусской столице. Беларусь лидирует в глобальном рейтинге развития информационно-коммуникационных технологий на постсоветском пространстве. Такие данные содержатся в новом докладе Международного союза электросвязи. Наша страна занимает 31 место среди 175 государств и по сравнению с прошлым годом поднялась на 5 позиций. Россия на 43 месте, Украина 76. Второй год подряд лидерство удерживает Республика Корея. Эксперты отмечают, что 95% населения планеты уже охвачено сигналами подвижной сотовой связи. Свыше 47% жителей земного шара подключены к интернету. В Гомель сегодня доставлены ковчег с частицей мощей и икона Блаженной Матроны Московской. Она является одной из самых почитаемых русских святых 20-го столетия и считается защитницей семьи и покровительницей материнства. Поклониться реликвии можно в храме Преображения Господня по 4 декабря. We'll be right back.